брать собаку. Ну давай этого посмотрим, наши ж бегают. Ну мне интересно, как он долго будет ходить, он же уже не ходит. Я не расслышал. Не на один день. Ну хорошо, я понимаю, но вон собака, видишь, уже стала в стойку, вон стоит. Отпусти, посмотрим эту собаку. У него... Юра! Надо даже посмотреть все-таки, сколько времени он бегает. Ну еще поле не прошли, ты его забираешь. А, все ясно с тобой. Ясненько. Вот и все, что хотели доказать. Собака побегала 10 минут. 15 минут. И все, кончился. Юра ведет его домой. Вон. Забрал и идет уже к ногам. А наши вон стоят. И охотятся. Сейчас посмотрим, на что они стоят. На жаворонка, может. Янчин, ты услышал разговор? Да. Если бы они бы так же и охотились. Все, упала голова. Ну подойди, мы же не можем долго стоять. Я и стрелять не буду, а ант стоит, а все не секундирует. Я просто подойти ближе, чтобы снимать. А что же снимать? Ну вот все, собака сдохла, он ноги пошел домой. За другой собакой. Что и требовалось доказать. А мы можем еще до вечера ходить. Если серьезно. Ну у меня разрешение маленькое. Если я не подойду, я не сниму. Ну ты даю. Я ж снимаю. Так не перепила, я снимаю. Тую. Молодец. Молодец, молодец. Дай, дай, дай. Дай, дай. Сеня, давай. Молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец. Дай! Ничего, ничего, нормально. Чего? Он подранок, он убежит пока. Собаки добежит. О, антик нашел. Да, первый. Он подобрал. А мне? А мне? Вот что и требовалось доказать. Юра пошел, а мы охотимся. Правда, я против ничего не имею. Да мне! Но факт остается фактом.